Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Сому. Итак, мы выбрались со станции ТЭТ. Нас в прямом смысле этого слова смыло. Саймон спасся со станции ТЭТ и наконец-то может добраться до станции Омикрон, где найдет энергокостюм, способный выдержать давление бездны. Ах, друзья, если бы все было у нас так просто. Итак, после некоторого перерыва, друзья, предупреждаю сразу, это у нас с вами слепое прохождение, по крайней мере, у меня, для тех, кто не в курсе. А для тех, кто в курсе, мы продолжаем. Так, мы тут какого-то человека нашли. Стаски, бом! Ну, это не обязательно зачитывается. Что случилось? Что она сделала? Скорее, ее надо оттуда вытащить. Твою мать, Харт запас кислорода взорвала. Очень не хотела, чтобы Акер шел за нами на Омикрон. О, черт, она же ранена. У нее костюм. Надо доставить ее на Омикрон. Черт, плохо дело, очень плохо. Твою мать. Ага. Что-нибудь поняли? Я поняла, что там что-то взорвали. Кислородные запасы. И именно поэтому этот человек так оказался тут изуродован. У меня замечательная манера идти обратно, да? Давайте посмотрим, куда мы так пройдем. Понятно, что нам, очевидно, туда не надо. Ага. Бум. Нет, обратно мы уже не зайдем, и в принципе нам туда и не надо. Нам надо на Омикрон. Все тот же самый ковчег, который нам стоит найти. Итак, нас сюда смыло, нас сюда выкинуло. И, собственно говоря, этот труп нам тоже ничем не поможет. Так, ну ладно, с другой стороны, друзья, я рада тому, что у нас выбросило в открытый океан. По крайней мере, здесь нету... Я надеюсь, что здесь нету и за нами следом не смоет того же Акерса. А вот сюда бы я, наверное... пыталась забраться. Хотя нашему Саймону не очень хорошо. Итак, что у нас тут имеется? Ля-ля, тополя, играет музычка. Вероятно, здесь что-то эпичное. О, прошла сохранка. Красные огни, друзья, мне никогда не внушали доверия. И звуки, звуки, звуки. Меня немножко, конечно, удивляет, насколько наш герой слышит звуки. В принципе, герметичный костюм, по идее, должен изолировать и звуки тоже. Что тут так могло взорваться? Цепи, какие-то мосты. Возможно, что эта труба здесь проходила. И... ну, в общем, какая разница, товарищ, как говорится. Друзья, немножко гнусавлю, потому что продолжаю болеть. Но попробуем как-нибудь справиться с нашим подорванным здоровьем. К тому же... у нашего главного героя оно тоже не блещет свежестью, скажем так. Так, ну что, нам туда? Так, давай найдем Омикрон. Саймон, ты сам с собой разговариваешь? Эй, мы с тобой чем-то похожи, поскольку я занимаюсь в данный момент именно тем же самым. Что это за шары такие? И нам подлечиться негде, да и, наверное, не надо.
Так, ну шатаются они из-за морского сечения. Так, фонарик включим на всякий случай. Что это такое? Кот. Так, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Друзья, надеюсь, вы меня видите в камеру, поскольку я своей вебки не вижу. Она у меня где-то за икрой. За икрой, за игрой. Ах, не начать бы нам тут метать икру в этой игре. Ты-то так дышишь. Ну, хотя, как мы выяснили, Саймон, он уже вовсе и не Саймон. Это тело подруги Кейт. Скрепленное большим количеством структурного геля со скафандром водолазным, в котором мы и ходим. И с нашими мозгами, можно так сказать. С записью мозга Сэма. Саймона. Так, ладно. Знаете, что, конечно, наше все это прохождение довольно задерживается, но мне вот интересно, я... Ой, кто-то лежит. Робот. Ага. Так, ну здесь, как говорится, изя все. А-а-а, вот там что-то уже блещет. Вдали. Здесь везде отказ питания. Ясно. Что это за буйки? Что они означают? Почему именно такой шарик? Возможно, там что-то было внутри. Какой-то груз. Так. Давай-ка пробежимся, дружочек. Тихо. Кто это? Вон там кто? Нет. Ах, да. Вот что значит трехмерное зрение. Вернее, его отсутствие. Пылинка кажется чем-то ужасным. На самом деле это просто пылинка. Смотри, вот тут идет труба. Очевидно, по этой трубе можно было в омикрон и смыться, если бы она была... А-а-а, все понятно. Здесь, очевидно, и проходил тот самый поезд. Да. Наверное, да. По которому можно было сюда доехать, если бы туннель не завалило. Если бы докабы. У нас везде отказ питания. Да нет, там что-то светится. Смотрите. О-о-о. Я вижу, что тут светится. Ай. Ай. Фуй. Так, друзья, ну, делаю я это исключительно не корысти ради, а токому волею. Дальше вы все сами знаете. Супруги, пославши меня и так далее. Чтобы было лучше видно, лучше слышно. Более того, на запись это вообще будет ужасно. Какие-то странные. Так, ладно, Саймон, все хорошо. Тень от чего? Нет, это не тень. Итак, ну... Ой, как-то неспокойно. Хоть я и радовалась тому, что мы здесь... Я хотела пройти по этой... Наивность, наивность. Так, там еще какое-то здание. И здесь здание. Что у нас тут?
Так, мы сюда можем зайти. О, я вижу человека. Так, друзья, спонтанные чихи кашля будут сопровождать. Я постараюсь вырезать этот момент, если не забуду. О, слушайте, он вообще без скафандра. Шлем снял. Человек. Да хрен он откроется. И не отвечает еще никто. Что за циничная тварь надо быть, чтобы вот так... Вы не понимаете, они мертвы. Они все мертвы. Да, вы правы. Откуда, блин, у вас такое спокойствие? Мы умираем. Ребята, сколько у вас еще кислорода? Минут на 20 максимум. У меня скоро все. Вот уже пойдет CO2. Чего ждать-то? Я хозяин своей судьбы. Стой, Страск, что ты делаешь? Так, друзья, мы только что с вами познакомились со Страски. Как хозяин своей судьбы, он решил снять шлем и просто-напросто захлебнуться. Хотя, по идее, его должно было разорвать на такой глубине, но... Хотя, может быть, здесь еще и не так глубоко. И вообще, какая разница, каким образом он умер, а главное, что он избрал сам свою смерть и не захотел дальше бороться. Все мертвы. Так, где мы? Газ питания. Ага. Так, понятно. Это декомпрессионная комната, или как его называют? То есть... Что это? Подожди. Ага. Мануальное отключение или... Ой, подожди, ты зачем прямо? Прямо вот так вот, да? Ну ладно. Итак, нам тут надо что-то сделать. Открытая, закрытая кнопочка. Плаш. Ой, подожди, be careful, be careful. Что-то мы, наверное, не то сделали, да? Так. Ага. Одна загорелась. А, нажать этот самый пump и открыть... Waves. Так, пумп мы нажали. А что вот это тут такое? А. О, зелененькие. Все? Ага, вот. Вот, мы чуть себя не угробили опять. Так, ну давай. Господи. Ага, вот как. Быстро, очень оперативненько у них тут все. Так, там открыли, а здесь? Открыли.
Так, ясно. Значит, включается, надо лезть наверх, я так понимаю. Так, ну судя по тому, что там было столько воды. Я вижу, что тот человек сидит. Что это было? Чертам они видят в окошке. Тут еще выше можно. Нам надо, наверное, бояться только того, что нас тут расплющит. Записочка. Переадресованное сообщение от Штромайера Адаму Галаске. Приказано как можно скорее прибыть на Тету. Срочно. Вот. Я мучилась и читала. Гаск, я пытался узнать, что происходит, но мне ничего не говорят. Я знаю только, что они постоянно спрашивают, умер ты или пропал. Видимо, что-то их напугало. Лучше уж тебе их послушаться. Херби. Ты или пропал. Но это потому, что наверняка завелся двойник, который говорит, опять же, голосом. Те самые роботы-пересмешники, как их называют, которые скопировали мозг своего оператора, и теперь непонятно. Они копируют или действительно их оператор сидит у них в мозгах. Итак, бумажки. Помехи. Не могу разобрать. Он не читается, как остальные. Слушайте, а вот это нехорошо. А вот это совсем нехорошо. Почему он не читается, как остальные? Это что там сейчас у нас грохнуло? Что это такое? Делала. Блин. Так, ладно, давайте поставим Кэтрин. Кэтрин? Вот. Готово. Где мы? Мы рядом с Омикроном, небольшим зданием, соединенным с главной станцией. Разве не видно? Нет, у меня ограничен обзор. На мой доступ к системе наложены сильные ограничения. Вы нашли энергокостюм? Пока нет. Пытаюсь выяснить, как попасть в Омикрон. Большое здание. Ну ладно, продолжайте. И все? Больше ничего? Удачи. Кэтрин. Кэт, как вам это удается с этим справляться? С чем? Ну, хотя бы с тем, что вы говорящая коробка, а не человек. Не так и плохо. Значит, вас совсем не беспокоит, что у вас нет тела? Но он скоро будет, вы прямо пробуждаете во мне самосознание. Ладно вам, я серьезно. Мне и человеком-то не очень удобно было, начнем с того. Невелика разница. Я бы испугался, если бы двигаться не мог. Хорошо, что в коробку вы попали. Пусть у меня тело, все было бы чуточку проще, но вы и так хорошо справляетесь. Да, я подумал, вам же легче было бы, если бы... Мои физические ограничения не полностью отражаются в восприятии. Я чувствую себя человеком, как и прежде, только подвешенным в воздухе. Что даже любопытно, если так подумать. Вот ты научный червь. Так вот, Кэт, зачем, по-вашему, меня создали? Зачем вот этот ИИ, зачем не у меня пробудил? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. Есть у меня предположение, но
Я их лучше не скажу. Как вы думаете, зачем НИУ? У НИУ есть разные предназначения, но все они происходят из одной идеи – сохранить человечество. Когда в Землю ударила комета, и из всех людей в живых осталась только малая часть, НИУ начало реагировать. Оно восстанавливает человечество. Думаю, да. Но вряд ли под ним оно понимает то же, что и мы. Слушайте, они прям как мысли мои читают. Вот, друзья, я так и думала, что НИУ... Кэтрин, а мы с вами живы? На это ответить невозможно. Нет однозначных терминов. Я просто подумала, может, можно узнать, понять, стоит ли жить такой жизнью. Вы полагаете, что сильно изменилось? Это так? Я не знаю. Сам в себе я отличий почти не чувствую. Я раньше не думал, что восприятие себя так зависит от того, где я. Что вы имеете в виду? Мне не хватает Торонто, не потому, что там моя семья и друзья, а потому, что там мое место, в Торонто. Я знаю, кто я и где я. Интересное наблюдение. Какая-то Кэтрин абсолютно безучастная. Но, с другой стороны, я так думаю, что Кэтрин тоже крепится как может. Если она, конечно, не частичка того самого НИУ. Задумки НИУ. Так, вот зачем тебе шампунь? Саймон, подумай сам, зачем тебе шампунь? Тебе шампунь уже никогда не пригодится. Возрадуйся. Итак, подождите, это все хорошо, но у нас отказ питания и... Что нам надо-то? Что вот это такое? Чё это? Он. Надо все включить, что ли? Как-то похоже на какие-то предохранители, что ли. А. Так, подожди. Это... Я понятия не имею, что это. Кэтрин, что делать? Я не могу с ней больше говорить. Итак. Давайте-ка мы спустимся и посмотрим, что там у нас внизу было. Нам надо найти костюм. Правильно, костюм, в котором мы можем спускаться глубоко под воду. Отказ питания. А, слушайте, так запитать надо, да? Ну-ка. То есть это какая-то энергетическая, что ли, станция или что-то в этом роде. Я правильно понимаю, Саймон? Есть идея, кто это? Боюсь, нет. Я не очень знакома с персоналом Омикрона. Чем он сам с ней разговаривает? Кэтрин, что делать? Человека просто так взорвалась голова. Но она, может, не взорвалась, а ей просто-напросто снесли. Еле ему сейчас уже трудно об этом судить. Итак, здесь ничего не действует. Здесь штука, куда я не буду сувать руку. Штука, не суй руку. Так, значит, надо что-то тут химичить. Я фиг его знает. Давайте все включим. Чего-то явно не хватает.
Майн год, тут чудищ никаких не надо. О, инфаркт. Я вообще, я и так боюсь электричества. Чё, нас шибануло? Чё мы сделали? Ага. Нет, подожди, вот горит одна штука. А! И куда ее надо вести? Сюда? Или сюда? Судя по схеме, сюда. Так, ну давай тогда самым кратчайшим путем. Нет, это не кратчайший путь. А, здесь перегорело. Так, тогда сюда не надо. Где не перегорело? Здесь. Так, подожди, это перегоревшая? Да, вот не перегоревшая. Черт, перегоревшая. Вот не перегоревшая. А, тогда это надо включить. Так, а эти тогда нам никакие не нужны уже. Да? Так, вот пошел ток. Он пошел сюда. Сюда. Ну, так как-то. Терминал включился. Да, включился. Фу. Так, ну и что дальше? Так, радиобуфер. Хабер, у вас более тлеющий осталось, звон в ушах просто адский. Прости, осталось только сильнодействующее, морфиновое. Я возьму, просто голова уже взрывается. Нельзя, это для экстренных случаев. К тому же, Кэмерон думает, что звон прекратится, когда Рус... Да ну блин, осталось несколько часов, ты подожди. Держи меня в курсе. Хорошо, я тут... дела кое-какие есть. Короче, потом поговорим, ага? Конечно, Хэр. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom and data. Да, те самые черные ящики теперь звучат. Да, мы слышим мертвых людей. Так, омикрон. В карантине. О. There has to be a way to cancel. Должен быть способ отменить заблокировку. Осмотрите комнату. Раз, два, три. Не. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять. А, сколько надо? Четыре цифры. Блин. Омикрон в карантине. Посмотрите комнату. Так. Слышим этот звук. Что это? Вот что. Did you do that, Catherine? Это вы сделали, Кэтрин? Что? А вот сейчас эта вкладочка появилась. Что значит never mind? Кто ими управляет? И вы видите эти помехи? Помехи видите? Вы видите помехи? Шайса. Слушай. Ты можешь это закрыть?
Итак, тут кроме нас еще кто-то есть, друзья. Давайте-ка я... Ну, хотя, что лазить? Мы и так видно, что там никого нету наверху. Так, ладно. Будем считать, что это, может быть, отсюда исходит. Итак, НИУ. НИУ — охранная система, которая призвана... Все-таки я была права, друзья. Не помню, кто из вас. Тиханов, по-моему, вы писали. Да, что... Оно нас хочет уничтожить. Нет. НИО призвано сохранить человечество. Каким путем? Это, конечно, дело другое. Итак, да, господи, убери этот стул, как он мне мешает. Давайте разберемся. Статус черного ящика. О, персонал. Станция Микрон. Джуди отключен. Кэмерон Лиза отключен. Эрик отключен, 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 отключен. Они все отключены. Все отключены, друзья. Это получается, что живых нет. Итак, обновление системы. Так, Волчек. Примечание. Обновление включает черные ящики. Задействован предохранительный протокол CRTH4. Карфаген. Черт, черт, черт. Помехи идут. Ладно. Так, это у нас было 10-го. А, ну это самое раннее. Так, потом. Пользователь Галаски. Примечание. Стандартное расширение X4B Хаймацу. Понятно. Так, Галаски. Примечание. Калибрированный прибор для СПС. Диагностический инструмент для плана... То есть они записывали, на кого они... Ставили эти самые черные ящики, так что ли? А, это еще что такое? Темп валидит. НИУ. Блин, друзья, это запись от НИУ. Это запись от НИУ. Так, Сарвари. Примечание. Детали нужны для того, чтобы кран снова заработал. Теперь дело за Аланом. Савари. Примечание. Совершенно ненужное защитное обновление для параноиков из лаборатории. Мертвые не кусаются. Кажется, разгадал. Что разгадал? Почему у меня такое чувство, что нас заманили в ловушку? О чем вы? Кэтрин, а ты этого не видишь? Ты же сидишь там внутри, в компьютере. То есть 7755, нам... Все отключены, здесь нету никого живых. Кто нам подкинул сейчас эту идею? Я думаю, что это НИУ. Это 100% НИУ нам подкинуло сейчас вот этот код. То есть НИУ желает, чтобы мы зашли на Микрон. Какая прелесть. Возможно, возможно, что у них план состоит в чем? Что некая биомасса, так сказать, которая вроде как человек, еще где-то бегает неприбранная к рукам, и надо его прибрать, дабы оно не пропало. Я в 20-й раз открываю эти ящички, друзья. Потому что страшно. 7755. Омикрон. Карантин. Я не уверена. Кэтрин. Черт, тоже ничего не скажешь. Ладно. Поехали. 7755. Окей. Карантин на станции Микрон снят. Ой. Так, 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 так. Убрали заслонку, блокировка отменена. Кто-то хочет, чтобы мы зашли внутрь, а нам надо зайти внутрь. В чем проблема-то? Идемте скорее. И это отключилось. Так, я бы посмотрела еще. Я бы еще посмотрела на эту
А что там смотреть? Никто не ходит. Радиобуфер. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. Так, пока Рус дойдет до 100%. Sure thing. 100%. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Да, друзья, а вот это уже более чем странно, когда мы вытащили Кэтрин, она продолжает говорить. Но это, опять же, я так понимаю, условности игры, которая, ну, никак не могла предположить, что мы это сделаем уже после того, как вытащим Кэтрин. Так, сюда мы теперь можем себя... Поплыли. Итак, там люк закрылся. А здесь открылся. И все-таки, что за бабах был, когда мы там были? Фонарик. Ах, ну да, мы же включили, смотрите. Вот, и роботы заработали. И шарики засветились, но не все. Но не все. Так, куда нам? К шарику? Атлантическая сельдь. Диагностицирование выключено, нет данных. А-а-а! Да ладно. То есть вы в этом шарике держали типа там селедку или еще что-то? Какие помехи тут нехорошие. Ну они от этого робота что ли идут? Так, то есть я так понимаю, а здесь что у нас? Европейский звездочет, популяция 0. То есть нету там никого уже, никаких звездочетов, никакой сельди. Большеглазая песчаная акула. Не, нету никого. Так, ну с этими роботами понятно. От них идет искажение. Да, друзья, похоже, что от них. Значит, окей. Куда нам теперь? По дорожке желтого кирпича, очевидно. На, микрон. Так, подожди, подожди, подожди. Да, 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 вот, вот. Вон оно, большое здание. А мы были в том шаре, да? Ох-ох-ох. Давайте-ка я еще раз забегу, проверю. Так ли все, как я думал? Да-да-да, вот мы были в этом шаре. Как я так умудрилась выйти? Обязательно пойти не в ту сторону, но... Мудрено. Так, Саймон, давай-давай, побегаем, посмотрим. На микрон мы еще всегда успеем. А здесь что?
ты... Страшная тишина, да, друзья? Я могу, конечно, и подольше постоять и послушать. Еще долго стоять и слушать. Слушать, что нам говорит океан. Может быть, мы познали что-нибудь более интересное, полезное, чем то, что мы узнаем, читая отрывки из непонятных нам сообщений. Так, слушайте, а здесь Нил, посмотрите, как оно расплодилось. Еще человек. The world is dead, Рид Richard. мертв, Ричард. Even if we got inside Omicron, Даже если мы пойдем на Микрон, что там осталось? grab a couple of suits Возьмем and head to костюмы и Tau. пойдем на Тау. Straski, Страски, Jonesy, Йонски, Харт, все мертвы. И нам осталось недолго. Everyone is dead, and we are right behind them. Альвара. Probably the last мы, наверное, последние люди на Земле. Остатки человечества. Last moments of mankind. Кислорода больше нет. Лучше сесть. Не хочется упасть в бездну. Бывает смерти хуже, наверное. Эмма Альваро. Эмма Альваро, мне нравится, хорошее имя. Нам надо чаще встречаться. Мы были бы хорошими друзьями. Thanks. Спасибо, я бы с удовольствием. Как вы поздно выяснили это, Goodbye, друзья. Emma. Пока, Эмма. Bye. Пока. Так, ну что ж, а вот и Альвара. А вот и Эмма Альвара. У кого-то раньше кончился кислород, получается, у кого-то его хватило на дольше. А мы почти что вот не пошли бы, не узнали, что тут еще один член экспедиции лежит. Тут все сломалось. И... Так, ну ладно, друзья, как не тяню, так, как веревочку не видеть, нам надо с вами на станцию. Друзья, на Омикрон никто не дошел. Эй, открывай, открывай. Что за хрень? К апокалипсису не готовитесь? Да, Омикрон на карантине, поэтому не отвечал на ваш вопрос. Эй! Ради бога, Страски, это же радио. Ты как будто напрямую докричаться пытаешься. Йонси, как ты там? Ну, я знаю, что ты из молчанов, но все-таки иногда говори. Йонси? Йонси! Твою мать. Давай опять перестройку. Может, сможем пробиться. Мы теряем Йонси. Соберись уже. Альвара, мы сейчас ей ничем не поможем. Включая стазис, давай проверим пристройку. Ты ж елки с палками. То есть... Подожди, открыто на карантине, ну... Нас пускают, а их не пускали. Это что-то очень странное. Фу, это структурный гель. Ага.
Так. Подожди, Саймон, подожди, сейчас разберемся. Сейчас как-нибудь разберемся. Нам уже, как говорится, два раза не умирать. Мы уже умерли и не раз, и не два, а много раз. Мы и не живем в прямом смысле этого слова. Так что давай почитаем бумажку. Давай. Что это такое? Ага. Так, шаттл-туннель. Ну вот мы его только что с вами видели. Зелененький пунктик, мы стоим здесь. Синий аникс. А, это та самая круглая башня, где мы с вами были. Омикрон оранжевый. Кантри. Шаттл-туннель. Так, абис. Абис — это бездна. Фишпен. А. И рыбные садки. Так, линия шаттла, линия электропередач. Что? АЦР Климбер. Что это такое? Подожди, возьми еще раз. На другой стороне. Патос. Итак, Патос. Так, ну что, мы можем закрыть за собой дверь. Так, готов к работе. Зацелим. Механическая неисправность. Воспользуйтесь другим входом. Да что ж ты будешь делать, а? Так, включим фонарик. Так, что, все? Нет. Нет, механическая неисправность. Подожди. А мы теперь выйдем. О, какое счастье! Другим входом воспользуйтесь, говорят нам. Давайте это и попробуем. А где его взять? Мы увидим с вами через пару секунд. Так, ну вот, друзья. Мы с Саймоном прочихались, и теперь... Давайте искать действительно этот второй выход. Так, ну, для начала надо посмотреть, что мы можем тут нажать. Ну, не работает, Саймон, не работает. Видишь, не работает. Не работает. Уйди оттуда, все уже понятно. Дело ясное, что дело темное. Нам надо искать какой-то другой вход или выход. Где-нибудь можно как-то пролезть. Кстати, что-то они говорили о том, что... Ну-ка, давайте-ка я еще раз послушаю. Эй, come on! Open up! Открывай. What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Так, какая-то пристройка должна быть. Они попытаются зайти через пристройку. Так, ну, одна, единственная пристройка это та. Там еще какие-то огонечки горят. Так, друзья, я не знаю, что. Мы будем сейчас тогда очень долго бегать и... Послушайте, или они имеют в виду вот ту пристройку, вот эту? Как-то можно здесь до нее добраться. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Это что у тебя так? Голова кружится или в чем дело?
Подождите, друзья, подождите, я... This better be the right way. Надеюсь, это верный путь. А почему тебя так штормит? Так выражается твой ритм. Резко расхотелось куда-то идти. Очевидно, придется. Как она сильно разъедена ведь. По идее, прошло, наверное, не так много времени, как это все перестало существовать. Тихо, тихо, тихо. А, вот, вижу дверь. Я вижу дверь, подожди, я вижу дверь. Лестница. Сейчас она, конечно, куда-нибудь сорвется, да? Нет. Странно. Она не сорвалась. Подожди. Вот еще лестница. И? Нет, нет, нет. Подожди, подожди, дружочек, нам... Там бездна, нам не туда. Как мы научились-то лазить? Тихо, тихо, тихо. А, ручки соскользнули. Так, нам... Да что ж такое-то ты будешь делать? Нам на ту сторону надо. Я так... Тихо, тихо. Вот, вот сюда, сюда. Саймон, давай уже, прекрати валять дурака. О, май гад. О, май гад, а зачем мы там эти были? Что за дурацкие помехи? О, как я это все не люблю, как я ненавижу. Нам опять переться. Нам опять переться сюда. Работает? А то... Ладно, в океане было неплохо. Что происходит у нас здесь? Ну, такие кверки, нельзя же вот такое довольно очень странно. Ну да ладно. Итак, микрофон. Найдем костюм и будем выходить. Кто у нас тут? Есть кто живой? Хотя, как по мне, так лучше б никого живого не было. А вот и костюмы. Да не костюмы, и вот она, сохранка, друзья. Да. Ну что ж, я вам скажу, друзья. Давайте-ка мы... Как говорится, пока не началось, переместимся вот так вот сюда
И продолжим изучать омикрон в следующей серии. Эту серию, я так думаю, что я немножечко подрежу. А может быть, немножечко. Вы слышали это? Господи, где-то двери, где-то скрипят двери, где-то какие-то тараканы. О, нет, все, это... Закройте. Я не могу закрыть ничего, друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Всем, кто посмотрел это, я говорю огромное спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.